Йоу-бру, с вами я, Мигу, и я рад приветствовать вас на этом долгожданном видеоролике. Это возвращение легендарного выживания в мире Demon Slayer, или же Клинок, рассекающий демонов, конечно же, в Майнкрафте. Вы много просили, вы много ждали, и вот вам полноценное 100-дневное выживание с моей командой в более хардкорной сборке по клинку. За основу сборки был взят мод, естественно, Кимитсу но Яба, и к нему были добавлены некоторые дополнения. Например, как дополнение на Накиму и различные новые Ничирин клинки. Ну и также, главными антагонистами данной сборки являются, конечно же, 6 высших лун во главе с Кибицуджи Мудзаном. Но самым главным противником для нас будет не Мудзан, а Визер Шторм. Это дополнительный босс, которого мы решили добавить в сборку и попробовать одолеть. Сразу скажу, ух, намучились мы с ним, конечно. Но это не суть. В общем, друзья, это возвращение легендарной рубрики Demon Slayer на моем канале, которой не было уже практически целый год. Заваривайте чаечек и присаживайтесь поудобнее. Ну а я не буду вас долго задерживать. Погнали уже начинать этот легендарнейший ролик. Let's go! Ну и куда же без усложнений, друзья? Дальнейшую нашу судьбу охотников на демонов будет решать именно колесо фортуны. Кому какая роль выпадет. Но сразу предупрежу, не все дожили до конца ролика. И под конец ролика остались лишь сильнейшие. Ну что, кому сейчас выпадет, я вам покажу. Первый колесо фортуны крутил до Гофи, и ему выпала роль Ренгоку Кёджера. Неплохой персонаж. Следующим на очереди был Черепок, и ему выпал Танжеро Камада. Ему очень повезло. После него крутило колесо фортуны Киберкошка, и ей выпала роль Абаная Игуру. Очень достойный персонаж. Ну и настала очередь легендарного Виктора Сенджика, всеми любимого персонажа. И ему выпадает роль Тамиоки Гию. Вполне неплохо. Ну и остался только я. И мне выпала, я считаю, самая имбовая роль, а именно Санэми Шинозугава с его Ничирин клинком ветра. Ну все, наши роли вам известны, погнали уже переходим к выживанию. Let's go! Ну что же, мои воины, как говорится, нам сейчас предстоит очень сильное сражение на самом-то деле, потому что нам предстоит одолеть самого сильного босса в этой сборке, это Кибицуджи Мудзана. Но это еще не все. Нам предстоит одолеть сильнейшего моба, которого мы добавили босса в эту сборку, это Визер Шторм. Абана Игуру, Танжеро Камада, Ренгоку Кёджера, а также Гию Тамиока и Яшина Зугава Санэми. Пройдем эту сборку полностью. Нам предстоит сначала заполучить клинки Ничирин. И желательно, чтобы наши еще выпали. Ну или мы будем торговаться и все. Короче, долго... Все, пойдемте выживать. Ладно, я тут уже видел неподалеку. Опа, есть... Нифига себе прыгаешь. Как это сделал? Он как перепрыгнул. У нас тут еще, короче, стоит мод на паркур. Мы вот так вот отталкиваться от блоков всяких можем. Ну и также, друзья, повторю еще для вас немножечко цели. Что же нам нужно сделать на протяжении всего выживания? А на протяжении всего выживания нам нужно... Первое. Построить убежище и найти логово Визер Шторма. Второе. Победить всех высших лун и заработать ранг Хашера. И, конечно же, по максимуму прокачаться. Третье. Победить главных боссов в сборке, а именно Кибицуджи Мудзана и Танжеро Демона. Ну и последнее. Призвать Визер Шторма. Подождать его развития и попробовать его одолеть. Если что, его мы будем убивать впервые. И были лютейшие косяки по его убийству. А, смотрите, тут еще деревня заспавнилась, нифига себе. А я фотон нашел. Ну, кстати, да, идут, собирайте. Ой-ой-ой. Я себе это, Рамана нашел. Удон. Удончик я заберу, ну похавать можно. Здесь что-то вообще, что это за кибити какие-то страны? Вот тут зомби. Ай-яй-яй. Помогите. Ай-яй-яй. А, здорово, ребят. Да, здорово, ребята. Кстати, не забывайте, тут вроде бы... О, тут сено есть. Че не добывал? Лисы спят. Капец, мини-лисы. У меня хрен нахерабрины. Нихерабрины. Виктор себе должен... Ой-ой-ой, там Виктор, охотник на монстра.
О, я уже убил. Железо, незеритовый слиток. Нормально, я себе обед добил. Песок, кирпичи, я короче... А, это мы в деревне Кузнецов с вами. Я второй футон добил. Ты еще не добил. Кстати, в сборке добавлены такие вещи, что обычно же меток здесь вот в моде не так много, но я сделал так, что метки теперь есть практически у всех охотников. Даже у тех, у кого их нету, это там у Ренгоку, у него тоже есть метка. Прикольно. Вот, нормально, а тут деревня красавчик есть. Это валдеж. Я сено добываю, чтоб еда была. Ну, чтоб кого-то убили, короче, демона, и все. О. Да тут она вся затоплена. Швартовые сваи. Это что такое? На свой. Ну, я себе фул железные инструменты сделал. Так, давайте соберемся сейчас в одном месте, потому что сейчас начнут спавниться монстры, и гоу в огромное вот это здание, половина разрушенное. Я шахтер. Да я понял. Мне нормально. А, золотые блоки, кстати, а чё вы их не добываете? Нам... Я же сказал, то, что тут золотые блоки. Тут железные есть. Блоки нет есть. Инструментов. Железные есть? Чек... Да, сейчас я добуду их такой золотой. Железные. У меня железные есть ещё. Кирка. Сапа, у нас... А, во, я вижу демона. Го, может, загасим? Вот тут он прям рядом с нами. Я его гашсану сейчас. Опа, где? А он пропал, кстати. Выпал в яме, я же говорил. Выпал в яме? Да, выпал. Не черен. Ну, повезло. Витя, не давай. Можешь... Аккуратно выкинь. Достижение можешь получить. И станешь охотником первым. А как мы станем Ренгоку, если я буду, допустим, магией ветра? Магией. Что такое слепитель демонов? Ты просто покупаешь меч, который тебе нужно, и становишься хашером этого меча. Ну это надо херачить этой. Это надо добывать, гору искать. Да. Ой-ой-ой, у меня 12, друг человек. Какой тебе выпал, Нечерин? Клинок Нечерин, луна. Луна, ой-ой-ой. Ну такое мне не нравится. Мощь. Не, она мощная, она мощная. Она же здесь переработана. О, на кошку нападают. Я видел, как ее убили. Ты где? Как его? Я просил. Гасите. Очень плохо. Меня убили. Плохой вариант был, слушай. Кстати, а что тут хп не отображаются или что? Стоп, я хитбокс забыл добавить. Как ты эти двери открываются, я понять. Блин, я в сборку хп забыл добавить, вот это очень плохо. Ну ладно. Разок показывается. А, это меню? У меня ничего не показывается. Вот хитбокс. У меня 65 хп, процентов 66 хп. А где, над головой у него показывается? Да. А у меня выключено, может? Возможно. Я, по-моему, яме со всей дури убивал. Ой-ой-ой. Че, все получили? Что такое из-за слепитель демонов? Типа, мне челик в руках его жрать надо? Нет, его выкинет. Это если будешь демоном... Нет! Только не это. Блин, а мне черный клинок выпал. Ну где, кстати, это? Да ты хорош, что ли? Черный это мне надо. Давай поменяемся. Нет, это Леша надо. У нас Леша. Нет, на базе, короче, да. О, вечер, я не помню. А, ну давай с Витей поменяемся, у тебя же вода, правильно? Ага. А, у тебя Тамиоки выпал? Да. А, так скинь Витя, скинь. Это Витя, его меч. Витя. Это его меч, это все его должен быть. Держи. Ну луна тоже, она типа не сильно. Так, а у тебя есть ли Нечерин? Нет, к сожалению. Пойдем выбивать, потому что мне Нечерин-то тоже нужен. Капец, я сразу прям банихоп начинается. Банихоп. А, ты же банихоп не можешь использовать. Умею. Научился. Ой-ой-ой. Сюда. Сой, да, Витя, не подходи. У тебя вода. Ой, там даки, Витя! Не ходи только туда дальше. А у мины? Знаете, вот он. А, нет, тут демон просто. Тихо. На. О, все. Все, что тебе выпадет? Надеюсь, тебе с анеми выпадет. Давай. Ай-яй-яй, вода? А, да. Блин, а слушай, вода. У меня баба, которая в этот... В этот, в мир е... Затягивает, помогите! А, там Накима заспавнилась? Да! Все, я скипнул, повезло.
Ребята, а мы нашли визор шторма, это его база, она находится на нулевых координатах, кстати. И в этом домике нам желательно поселиться, ведь в конце мы его призовем, этого босса. Так, вот тут вот давайте сейчас все расчистим, поставим, чтобы все у вас нормально было. Сделаем пристройку небольшую. Так, смотрите, нам нужно, чтобы некоторые занимались сейчас домом, а кто-то пошел в поисках. Нам алмазы нужны, чтобы добыть руду и поторговаться с Хаганидзукой. Хочешь прикол? Сейчас побегаю, научу пофармиться. По одному, что? Что ты говоришь? Знаешь, что умею делать? Ну? Блять, он ёбаный волшебник! Это как? А как ты это сделал? Я соп? Просто иду такой, залито хуёшь. А как ты это делаешь, соп? Это, короче, А и Д одновременно нажимаешь. Вон этот девушка. Ой-ой-ой! Охереть! Я просто иду сразу хую пошу. Не, вот это прикольно. Не, это самый его. Не, вот это похоже на клинок. Они же там тоже паркурчик жесткий делают. Все. Так, давайте тогда занимаемся домом. Кто пойдет у нас на поиски? Могу я пойти на самом деле? А что искать надо? Надо найти алмазы и найти гору Сагири, вроде, или как она называется. Где, короче, добывается руда. У меня, кстати, есть руда. У меня есть алая руда, 2 штуки. Я могу поторговаться, по идее. Так, черепок, на тебе это назритвый слиток. О, и по идее нам остается только алмазы найти. И также я кучу золота выложу в сундук. На, о, наконец-то я хп вижу. У тебя что за нечерин? У меня вода. Ну, так-то тоже? У меня черный, но я дал его черепку. Черный. На, сюда. Что-то все уже улетают. Вы что, ребята? Ребята, мы с Дугофи вдвоем, короче. Ну, вдвоем сборку проходим. Да, вывозить всем вдвоем. Ой-ой-ой, черепок уже докачался до Мидзуну. Я тоже Мидзуну. А я нет еще, я, блин, не могу вкачаться. Я атаку потерял. На. Опа, Мидзуну. Как можно атаку просрать? Давай. Ну, все, день, надо строить дом и шахту. Да-да-да, давайте, короче, смотрите, распределимся. Двое идут в шахту, двое добывают дерево и добывают вот различные блоки из деревни. Разравниваем территорию, чтобы было огромное пространство, где могли спавниться демоны, чтобы мы их фармить могли. Так, я тогда пойду в шахту. С кем? Кто со мной в шахту пойдет? Так, в шахту-то кто пойдет? Догофи, ты будешь разравнивать тоже? Пойдем. Или в шахту? Пошел бы, но мелодия. Пойдем в шахту, да. Ты как раз уголек. У меня нет добывать кирки. Уголек. На кирку. Залоплю пока что. Вон, не-не-не, есть кирка, смотри. Да я ее сломаю. Вот, железо же есть, 8 штук в этом, в бочке. Так, технические шоколадки решены, Виктор жив, мы его вернули в строй. А, дом начинается делать, мы тут все, смотрите, будем заполнять вот эту территорию, будем выравнивать, кошка, вот, ну, не у всех технические шоколадки нормальные. Будем делать вот здесь пристройку в таком японском стиле сделаем, и там у нас уже уголек копает шахту. Уголек, работай. Я работаю. Соп, мне нужен еще факел. Ну и как же без шахты на моем канале? Мы отправились в шахту за алмазами, чтобы сделать в конечном итоге алмазную кирку и добыть алую руду. Для торговли с Хаганидзукой, чтобы получить наши первые ничерин-клинки, которые мы должны получить. И мы копали эту шахту, как реальные мужики. И наконец, нашли их. Пещерники, мы гордые пещерники, пещеры изучаем, мы ходим по пещерам. Ой-ой-ой, Дугофи нашел первый алмаз. Ой-ой-ой. Снова первый алмаз. 6 штук. 6? Так все, 2 кирки делаем, все, уходим из шахты. Нам больше шахта не нужна, по сути. Да, не, ну... О, 2 алмаза нашел. Сюда, они в этом. В сундуке я их нашел. В сундуке их фиг найдешь. А я в сундуке нашел. Так, мне один алмазик кто-нибудь добавит, я себе сделаю алмазную кирочку чисто. Полные штаны. Дай один алмазик чисто отсыпь, ну... Ты богатый, я вижу, по тебе без цепочек, просто уголёк. Ну видишь? Загорел, видишь, загорел как... летом. Oh, no. А зимой почернел. Так, в шахте почернел. Так. Тем временем я уже апну канал. А, реально? Ну, качается человек, видно. Так, бесконечность. Машина, лук. Я нашел поляну просто. А, ты поле нашел? Да. Опа. О, рогатый демон. Привет, ребята.
Ой. О, адский портал, кстати. О, а, это не, нет, не огромный. Ну, а Кано-то я уже, ой-ой-ой. Этот, большой демон у меня. Появился. Сюда, Каноя. Тут у меня никто не спал. Кто появился? Вступись к нам. Выбор на поезде. Не, забейся, против нее смысл, да, против нее смысла нет. Ладно, возвращаемся. В принципе, сейчас найдем, я пойду в поисках горы, или как она там называется, я не помню, как она называется. В поисках горы, на которой можно прокачиваться и выполнять достижения, а достижений же здесь много. Смотрите, короче, я нашел, можете ко мне тэпнуться, я эту нашел. Достягу, чтобы получить, то мою. То моё. Кликните по ней, кликните. Здравствуйте. То моё, ё-моё. О, вы в этом же доме жили же, да? Тут второй этаж есть. Да. Тут на видосе. Куда ты стикнуть надо? Витя! Ой, Долгофи, иди ко мне. И а Виктор, куда ты стикнуть тоже, надо? Тоже, иди сюда. Зайди, там, короче, демон есть. Где? А куда тыкнуть? А всё. Блин, опять что ли? Блин, какие это флешбеки. Я флешбеки ловлю просто с этого. Зайди сюда. Зайди. Там разрушение клеток? Или зелье её? Это читерно. Всё. Ой-ой-ой-ой, всё. О, ты дурак! Ну, всё, сиди. Уголёчек. Уголёчек, всё, не сбежишь, уголёчек. Уголёчек, живи. Я не обмочил на жопу шел. Смотри. Оп. Я таких сколько угодно могу. Витёк, иди покорми его. Оп, он почти сбежал. Не помнишь, не помнишь? Флэшбэки не ловишь никакие. Ладно, сиди здесь, давай. Я тебе свет выключу, поспи. Чё, охуя, что ли? Иди поспи, реально. Всё, уходим. А чё мне надо было тыкнуть, что ты там говорил? Тыкни под то моё. Что это? Она сгорела уже. Он буянит. Одет. Снова становится. На хлеб. Снова за решёткой. Снова. Я супер Никити, я корабль сделал. Вот, то моё, вот она, чёрт. Витя, быстрее кликай по ней. Где? О, исцеление 2, невидимость, да, кровь Мудзана есть. Можно, кстати, её убить, она уже нам не нужна, в принципе. Я выбраться не могу. И на тебе раз сидеть. У меня нету ни кирки. Они слабенькие, кстати. Запахло весной, метелем отбой. Я на кабанчике поехал. Я зелье фармлю, зелье нам тоже все понадобятся. Вдруг что? Я поехал. Мышцы! 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 А как кабанчик спустить? Кабанчика? Да. Никак. Он выбрался! Он кабанчика убил! Я бешеный, блядь. Отомстил. Отомстил за тюрьму. Я еще нашел, кстати, деревню кузнеца. Я убил. Я алую руду еще нашел. Кабанчика сломал. Ой, сломал, убил. Я думаю, буду весело по полю бегать кабанчик. Ой, я ворона нашел, какого. Блин, надо, конечно, уже домой идти тут, выкладывать все вещи. А тут Виктор у нас нашел, это дом нашего начальника. Кстати, тут золото полным-полно. Ой-ой-ой. Да. Дом Ренгоку, тут Хаори Ренгоку есть. Ой-ой-ой. Миссия номер 4, это гора Сруи, но нам миссия номер 2 нужна, или какая там, 3? Куда она? А, она ведет к этому, ставить. Это что, нефть? Нефть? Вперёд. Что, нефтевой магнат здесь? Что-то метка не ставит. Оп. А это Iron Sands. Блин, как же быстро я перемещаюсь, и еще без лагов. Я помню, как мои первые видосы были, это с лагами дичайшими.
А. Все, вылетели, нормально, бэк остался. Воу, а сейчас без лагов летаю, просто паркурю здесь, нормальные вещи делаю. Не, это гора Сруи, она нам пока что не нужна. Блин, я чуть... Я тут на ночь останусь. Охренеть, я сейчас просто прыгал, и случайно, короче, я не знаю, что произошло, у меня просто территория появилась. Какая? Чё там? Я не знаю, какой-то дом здоровый. Ну тут, блин, таких полно. Ну какой-то типа окружённый... О! Я застрял в этом здании как раз-таки вот сейчас, в каком-то. Вот я тоже начну. О, здесь убуяшики какой-то есть. А, ну ты, я понял, ты дом начальника нашел. Ой, начальника. Дождь. Дождь — это плохо. Как метку ставить, я не могу. А я дом Шинобу нашел. А это хорошо. А, вот как добавить. Ну, если сейчас, в принципе, Боруто, Танджиро, Зеницу и Энуски. Так, ребята, мы сейчас находимся уже рядом с горой Сагиря. Ты как лег? Тут ложиться можно? Расказамбусы, показамбусы. Это как? Ой-ой-ой. А, это ты забиндил? Тут Аказа. Нет, у меня нет. Я уже, кстати, Цучиноку. Куда ты на него? Ага, я думал. Я вас понял, ребята. На миссию номер один мы идем. Миссия номер один. Ой-ой-ой. Ну тут много обычных демонов. Сейчас я скипну до ночи опять. Мемс. Ой, тут еще осенний лес. Весенний лес. А дальше продолжать не буду. Удар волной. Ну что же, ребята, у нас еще один новый новобранец. У него пусть будет так, что он колесо не крутил, но какое ему дыхание выпадет, такое у него и будет теперь. Какое у тебя выпадает? Зеницу. Вот я, кстати, почему-то так и знал, что у него зеницу именно выпадет. Ну, в принципе, нормально. Нам еще свои предстоит взять это. Блин, у нас сервак откадешился, и у меня из-за этого мой ничерин не зачарен. У меня тоже. Фигово. Так, отправляемся на ту гору, качаемся до Хашера. Let's go. И после этого отправляемся домой и ищем это Хаганидзуку и гору, где можно руду алую добыть. И, в принципе, прокачиваемся дальше. А сейчас нам пока что прокачаться на демонах надо. Как ушиба. Прощайте, мужики, прощайте. Все, ну до свидания. Сейчас горю нахуй. Не бегайте, то, возможно, вот из-за этого пролаги могут быть. И сильно далеко от этой горы не уходите, только по этой горе бегаем. А желательно вообще все вместе. У меня сердечный срез тут, блядь. Что это за книжка была? Накима здесь. Ой-ой-ой. Я нашел Ничерин вода, маска Тенгу есть. Кому маска Тенгу нужна? Хотя, давай. Не, подожди, мое черное лицо нельзя сокрывать. Да. Он черного убьет! На! Я демону Лун убил. Да. Тебе, кстати, выпал его этот. Не, винтовку. Да, оставь, она очень сильно пригодится против этого Визершторма. Мы его из винтовки будем фигарить. Я Энму сейчас гасану. Можете все ко мне тэпаться, сейчас Энму вместе можем нагасануть. И вы дотягу получите, тут еще все помогают. Тут Ген, Стас, Турбо, Энму гасят. Жива? А. Где? А его убили, что ли? Он респаунил с нами. Не, его убили. Сабита. О! Ну, Сабита тоже убить надо, блять, победить его. Мне тоже надо. Из-за того, что диспаун. Все на Сабита одного. Чей будет, мой будет. О! Что происходит? Где я? Хорошо. Он, кстати, снусит очень много. Да. Да-да. О, все. О! О, искутка демонической крови какой-то на две руки есть. Где вы там убиваете всех? Да, мы его убиваем Айра. Где он? Даймся. Хиноя обратно получил, блин. Из-за того, что откадешилось, ё-моё, я опять хиноя. Я к Вите выбирался. Тут еще хуже. Кто там? А что хуже Кукушиба может быть? Ничто. Юричин. Ладно, ничто, но ну плохо. Юричин, но Юричин за нас. Я бегаю в три стороны тут. Ёб твою мать! Помогите! Пожалуйста! А где все? Я бегаю. Тут Даки коцаная. Пожить! Это судьба такая у тебя. Тэпайтесь ко мне. Даки без головы. Я от нее и убегал. Мы можем Даки сейчас убить, если все ко мне тэпнетесь.
Я от нее и убегал. Так у нее брат. А где он только вот? Брат был тоже, я его уебал. Туре? Нет, он живой, наверное, потому что она типа живая выходит. Видите, вот там где-то в той стороне был. Вадим, надо. Киното? В смысле? Кто-нибудь из них спрячется, все, они бессмертные. О, поздравьте меня. Кто меня бьет? Ашера! Хорош! Да. Че, черт? О, я тоже. О! Да, молодец. Да вы че? Че, а вы гоните? О! Вы что делаете? Я, который был самый сильнейший из вас. А где он? Я киноэ. Гидрошут. Только киноэ? Это реально сейчас лобачок. У меня, походу, они уходят не туда, куда надо. Тут есть Хаганицука, но. Этой рудой я не могу воспользоваться. Нам нужно гору найти другую. А ее здесь... О, опять это щупальце только. А, да, опять это щупальце. Тут и Кукушиба рядом с ней. А сейчас день начинается, сейчас я... Ой, я мучу. Я Хашера. Я Хашер, я убил его. Ёбана. Что происходит? Я тут вообще бегаю, я летаю. Возвращаемся, я думаю, домой, на родину. Ура! Итак, из нашего путешествия мы выбили... Куча рук всего. Также незеритовых слитков, железные блоки, железо само, алая руда бесполезная. После чего невидимость, исцеление я себе оставлю. Кровь Мудзана оставлю. Вот это все. Ага, о, у меня Чигама Ютара есть. Я тут нахожу только пока что обычную. У меня кирки нет. Ой-ой-ой. Далее, мы нашли гору для добычи особенной алой руды. И к нашему счастью, добыли неплохое количество. И по возвращению домой нас уже ждал Хаганидзука для торговли. Нифига себе вы тут обустроили, конечно. Это нормально. Телефон тут строится. Я Хаганидзуку нашел, он у нас прямо около дома. Тихо. Ой-ой-ой. А, обычные нельзя. Стой. Трейд. Первое. Кто у меня подобрал? Мне Томиока выпал. Витёк. Отойди. Ничирин Кочо. Мне Узуй. Еще выпал. Один Кочо. Еще один Химиджима Гёмэй. Третий Узуй. Томиока. Так это. У меня есть тоже Томиока. Канао. И Носки. Зенитсу. Шинозугава. Все, я свой выбил. Танжера. Канроджи. Канроджи есть. Танжера. Что, у тебя есть еще? Танжера. Нет, у меня 4 Узуя, Зеницу, Токита и Томиока. Так, а кто да у нас кто? У нас Томиока отдай Виктору, Танжера это у нас Черепок, Селкант у нас Зеницу. А, у тебя, то есть у одного остался Ренгоку выбить. Повезло. Где этот? Ты получился навык. Я теперь Хашера Ветра. Это твой меч. Так, остается нам чё, Хаори всем скрафтить свое. У меня есть уже. У меня есть. А, вы уже скрафтили? Нет, да. Я его нашел. Я скрафтил. Я себе тоже скрафтил. Блин, я Витьку похлебал. Я не понимаю, блин, он слишком быстрый, ничего не успел. Все, я Шинозугава настоящий, ё-моё. Это я понимаю. Это я понимаю. Чё у вас там такое? А, вы с Ренгоку гасите? Селкант минус, я вас понял. Ой, я так вот я тут равнять территорию могу только так. Да мы его долго-то убить будем. Очень я долго. Кажется, да. А, на меня загрен. Ну-ка, сейчас я вам помогу. Вертушечка. Нормально. Не убегайте далеко, потому что он на вас агрится, он забил быстро. Так он откидывает. Я не знаю, стоишь спокойно просто. О, ну столько меня от него. Он меня выкинул. А, он сейчас это пару секунд бессмертный будет. Погодь. Все. О, мне надо, чтоб я метку, кстати, я постою, пусть он по мне урон пофигарит. А! Че, выпало? О! Забрал! Ой-ой-ой, хорош. Ну все, считай, все остались. Так, стоп. Остается Хаори Томиоки скрафтить это Виктору. Это что, желтая шерсть, зеленая и красная. Ой-ой-ой. На! Ну что же, ребята, мы уже начинаем, мы уже добыли ресурсы. А, смотрите, вот здесь вот столько ресурсов мы смогли добыть. После того, как мы пробудили все метки, получили ранг Хашера, мы решили обустроить нашу базу как подобает. И построили шикарное укрытие, от которого в конце останется... Эх, ну сами увидите, что там вообще останется.
Секретик пока что. 320. Все, метка, метка. Можете метка меня есть. Подожди. Все, мне уже. Иди сам работай. Давай. Я тебя могу вообще просто убить. Ну, короче, ребята, мы сейчас построим дом, и тогда включимся и покажем вам конечный результат, чтобы не затягивать видеоролик. У нас еще высшие луны, у нас еще Мудзан и Визор Шторм впереди, еще куча всего. Что, ребятки, а вот такой вот прикольный дом построили, показываем рум-тур, так говорится, и все, погнали. Там ничего интересного нет. Да не, смотри, футончики, вот тут вот бочки есть. Также, опа, вот так вот внутри выглядит теперь наш дом, каминчик как выглядит, есть костерчик. Также есть подъем к Визершторму. Это мы его в конце самом заспавним. Хотя, блин, можно и сейчас. Но мы еще высших лун не убили. Хотя бы их убьем, прокачаемся, и тогда вот уже, да. Нам сейчас их надо искать, поэтому let's go их искать. О, кстати, у нас тут уже рядом есть этот, низшая луна, Камануя. Вот, рядом со мной. Рядом с домом. Я его к нашему дому вот тяну. А я вообще в соло его могу погнать. Метка. Помогите. Я убил. Идите ко мне. Ой, не успей ранить, беби. Быстро ко мне, тварь. Ой-ой. Все, у меня метка работает. Да, метка работает. Кидай. Где? Какая дай? Гитара. Ой-ой-ой. Где гитара? Меня тоже отравили. Что происходит? Тихо. Нам сейчас их гасить надо. Я гитару на себя беру. Метки. Я взял, все, я с меткой. У меня на лице, да, есть. Нормально, у нас есть что тут с сетхом стоит, так что... Ой-ой-ой. Я тоже метку подрубаю уже тут. По-серьезки. Где гитару? Вон где он. Вот гитара. Дай-ка, чтоб она не резнулась. Умру сейчас. Где там... Мы почти загасили уже. Да не туда, не то. Не таката. Я своих гашу нечаянно. Ай-яй-яй-яй-яй. Почти убили. А, молодец. Успел среагировать. А ведь я хотел тебя убить. Да ты хорош, мужик, хорош. Убили, все. Кто убил? По сути... А мне не дали, кстати. Да Гофи и Черепок, шестой. А, там, по-моему, по двум. Фигово, ну ладно, мы зато гасанули, ничего страшного. Я же уже убивал, кстати. Вот это все выкинем. О, у нас голова Ренгоку есть. Да, это моя. Твоя? Так я же убил. А, у меня метка на лице надета. Она мне прям на глаз залазит. После чего начинается реальная жаришка для нас. Мы уже победили шестую из высших лун, а именно Гютара и Даки. И стали полноценными жесткими хашера. Пробудили метки охотников на демонов, и нам остается лишь достижение «Прозрачный мир». Ну и следующим нам по пути попалась четвертая высшая луна Хантенгу, которого мы, кстати, всей командой очень быстро одолели, очень слабенький противник для нас. Для такой толпы он всего лишь был на зубочек. После победы над Хантенгу я добил все достижения и открыл прозрачный мир. Победили низшую луну Хайро и отправились дальше в поисках за высшими лунами. Недолго ходя, мы наткнулись на Гёку, это пятая высшая луна. И его, кстати, довольно быстро победили. Но он был очень шустреньким, поэтому пришлось с ним очень сильно повозиться. После чего мы победили Аказу и победили Дому, но фрагмент с их убийством криво записался из-за очень частых вылетов этой сборки. Поэтому я вам покажу маленькие отрывки с их победой, не обессудьте. Но сразу скажу, побеждали мы их очень долго. Ну и конечно же, самым сложным боссом для нашей команды был Кукушиба. 300 лет тотто секай но юзин ю. Омай но нао кикасете куре. С ним мы сильнее всего возились, так как это настоящая машина для убийств, которая раскидывала нашу команду в разные стороны, убивая нас за считанные секунды. Ну и в конце концов, он нам проиграл.
На нас там еще даки с гютары пытались напасть. И, кстати, мы их очень быстренько одолели и превратили в угольки. И вы не поверите. После того, как мы победили всех высших лун, появился он. Кибицудзи Мудзан собственной персоной появился в нашем мире. Вот этот вот молодой чебуречек, который появился в нашем мире, раскидывал наш отряд инвалидов только так. И из-за этого монстра у половины либо просто вылетал Майнкрафт, либо он даже с меткой унижал. А, забей, забей. Надо метку использовать. Метку точно. Я даже подойти не могу к нему. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой. Ну мы Мудзанчика. Я не знаю, к чему он, кстати, здесь заспавнился. Надо было бы в его башенку попасть через Накима. Ну, значит, победим тебя так вот, Мудзанчик. Когда не видел, что он просто спавнился. Не-не, он просто спавнится, он в мире просто спавнится. Ну и после большого, очень большого количества смертей, он нам все-таки проиграл. Плохо аркается там еще, о! Ура, победа! Осталось Гёку разобраться. А где Гёку? Ура, победа! Ура, победа, ребята, мы прошли клинок, это было сколько, 10 часов мы снимаем миллионов лет. Остается визор шторм, по идее. Ну чё, возвращаемся домой, let's go, let's get it. Ну и вы думали, это все? Мы победили Мудзаны и все, ролик закончился. Нет и еще раз нет. Пока мы разговаривали, прямо у нашего дома заспавнился Танжер-демон. И его нам предстоит одолеть. И с ним тоже пришлось долго возиться. Но в конечном итоге Танжера проиграл Черепку, который отыгрывал роль Танжера. Удивительно. После чего мы не стали терять времени и призывать сразу Визор Шторма, а решили немножечко подготовиться. Подготовили абсолютно все нужные ресурсы для его убийства. Мы даже немножечко перестарались. Насобирали ТНТ и так далее, все важные ресурсы. И когда мы его уже вызовем, мы сильно в нем, если честно, разочаруемся. Подготовка завершена, ресурсы собраны. Из 6 человек, которые выживали вместе с нами, осталось всего в живых до конца 4 человека. И сразу вам скажу, чтобы вы влепили незамедлительно лайк и подписались на канал, если вдруг вы смотрите до этого момента. Напишите в комментариях слово «Визор Шторм», и я буду понимать, что вы досмотрели до этого момента, и значит вы огромный красавчик. Ведь это этот ролик мы для вас записывали с 3 часов до 9 вечера. Из-за тупорылого Визор Шторма, который развивался, ну, очень долго. Надеюсь, вы покроете наши нервы и старания вашим лайком. И, конечно же, подпиской на канал. Нас уже почти 20 тысяч подписчиков, кстати. Это очень круто. Идем к высотам. Ну и что? Тамио Кагию, Ренгоку Кёджера, Танжера Камада, уже, кстати, демон. И я, Санеми Шинозугава, сразимся против Визор Шторма в последнем поединке. Let's go, let's get it. И это был я. Кто в меня стреляет? Слышь ты, падаль. Ну чё, раз, два, три, let's go. Все, у всех там взорвутся. Ох ты ж, ребята. Ничто не вечно. Потом этот не стреляйте, не стреляйте. Сейчас он пока покачается, разовьется, разрушит наш дом полностью. И именно тогда мы его убьем. Хватит меня стрелять. Это не я, это он туда. Что-то он тупанул. Да вообще, я зовут Персмерча. Да гофе, беги. Беги. Бегите, бегите отсюда, бегите, бегите, чтоб... Не могу я. А чё он сразу на меня заагрелся? Ты взрыл воздухе? Ой, я вылетел. Я понял. Я говорю, я сборку буду один проходить. Визор Шторма я один буду проходить от 100%. Я могу втащить, конечно. Точно в ЦИ. А ты снайпер? Есть пробитие. Мем-моменты с Визор Штормом. Так, ребятки, Визор Шторма теперь у нас уже вот такой вот. Ай-яй-яй! Тентакля. Куда? Ой-ой-ой. Чебуречка он захавает сейчас на обеде. Далее я управляю им. Я на самом деле я управляю. Давайте в дом. Да, хорошая идея. Криперов миллион, кстати. Но он пока с щупальцами. Он уже целую ночь прохавал, и только щупальцы у него выросли. Ну, маленький пенсил еще. Ой-ой-ой. О, меня сосет, я в крыше. Ой, главное, чтобы в дырку не попасть, а то это ГГ. Нет! Нет! Засосали чёрного.
Возвращайся на родину, уголек. О, он у меня полдома стырил. Через эндерпёрл. О, он прям очень, он прям огромные блоки берет, слушайте. Да-да-да, Я выбрался через эндерпёрл. Слышь, нам надо отходить сейчас подальше. Не трогай меня. О, он прям жрет его, я вижу. Он пытается его захавать. Можно его убить? Еще... Я понял, реально козя. Нельзя его убивать, он еще маленький. Не могу. О, у него прям буря уже прям нормальная стала. Смотрите, вокруг него там уже летает. Почему это со мной? Я ему голову спущу. Я смотрю, просто жрет нега. Хавай, шоколад бабаевский, невкусный же. Сникерс захавать пытается, но не может. Сникерс вкусный, бабаевские. Бабаевские. Нет, это шоколад. У меня вообще ничего не стоит. Бабаевский темный шоколад 90% мощи. Да. А пути? А пути? А пути? Не пути. Ой-ой-ой. Альпенгольд, Аленка. Реклама Аленки. Я не черножопый. Я черножопый, точнее, получается. Да. Ну да, есть такое. Помянем, Павел. Тебе уголек нравится? О, меня сейчас тоже засосет. Не, у меня блоки нормально. Живу. Не надо, дядя. По мне Витя стреляет, козел. Витя, Димон. А, вон я вижу, пацаны, здорово. Он высосал меня, высосал. Хорош. В смысле? Походу я попал. Ты должен в глаз ему стрелять, он тебя отпустит. Где я? Яме, вот я тут с тобой рядом. Я не вижу вас, кстати. У меня его модельки даже нету. О, достреление. У меня отпустил. О! Я приземлился. Визор Шторм — огромный летающий моб, созданный из командного блока. И чтобы его победить, нам пришлось ждать 3 часа реального времени для его развития. Мы не пользовались читами, так как не смогли даже найти информацию, как ему ускорить стадии. Но в конечном итоге дождались его развития. Всего у него вроде есть 7 стадий. Это первая, самая начальная, где он просто летающий сушитель с командным блоком в груди. Вторая — летающий уголек, который от одной тычки умирает. Третья его стадия, две головы, уголек, который также очень быстро отлетает от одной тычки даже с руки. Ну и дальнейшие его стадии, уже начиная с четвертой, проблематичны для нас, так как мы его не можем уже убить. На четвертой стадии по гайду мы попробовали его взорвать с помощью специального ТНТ. Для этого мы победили паразитов, которые он на нас натравил. Заразились все какой-то болезнью, Хаммингом, не знаю. Но нам как-то на эту болезнь было вообще пофигу, потому что у нас сердечек было полно, и он нам вообще ничего не сносил. Он был настолько слабым. Когда он нас притягивал и пытался захавать, он не мог снести нам даже одного сердечка. Наше восстановление, или же регенерация, было примерно в 5 раз больше его урона. Ну и нам удалось скрафтить этот гипер ТНТ и взорвать его. Прям в доме. Всё, пошло. Ой. Пошло дело, ребята. А что пошло-то? Ты сейчас залёт его? Он сейчас засосёт эту гранату, бомбочку, и всё, ему пи***ц будет. Он точно засосёт? О, Мудзана, давай. О, да-да-да, Мудзан, нормально. Мудзанчика, давай, Мудзан его там огасанёт. А чё, отойдите подальше, потому что взрыв будет колоссальный. Ой, чё-то у меня глюки жёсткие, глюки пошли. А вы где все? Глюки-то. А, вон, идите ко мне все. С этого ракурса будем смотреть, как он умирает. Но он умрет, но мы потом с командой... О! О! Флэшбэнг! Флэшбэнг! Сильные становятся слабыми. Но это еще не победа, ребята. Нас просто... Каммингом обделали. Где я? Капец. Он падает. Воу! Воу! Вон он, Вон. И мы думали уже все,
Ура, победа! После чего Визершторм упал, и это было, конечно, очень красиво. Но когда мы подошли к нему, подошли к этому драному командному блоку, он неожиданно снова встал, и мы, конечно же, удивились. И то есть мы только зря потратили этот ТНТ и наше время. Посмотрев еще гайд, как же его все-таки убивать, оказалось, что нам нужно еще долго ждать его стадии развития. Мы пытались к нему строиться вверх, только багали намного игру. Мы что только не перепробовали на самом деле, чтобы ускорить его стадии развития. Мы уже хотели на самом деле сдаться и ливнуть и оставить все на этом ровном месте. Мы даже успели за все это время скрафтить 4 креативных меча из книжек и алмазного меча. Но даже они нам не смогли помочь. И спустя примерно уже 4 часа реального времени он вошел в свою финальную стадию. И наконец-то мы попали к нему внутрь. Ну а там уже дело за малым. Только гасить это чудовище проклятое за все его мучения. Наконец-то. Брюхо зверя. Да, тэпайтесь. Наконец-то. Ура. Ура, друзья. Мы... Ура, победа. Вот этот... Аккуратнее здесь, кстати. Вот это чмо. Бейте, бейте. Я его ударил. Все. Я упал. Ты тэпайся. Куда я? Тут аккуратней. Короче, здесь что-то надо щупальца гасить, что-то еще что, надо. Происходит вообще? Монстров гасить. Монстры, они надо... слабенькие. Мы их просто, ну, выносим. Куда они? Надо Накимы! Тут что, Накимы забыла? Вот она нас может сейчас всех хофнуть отсюда. Тихо. Что делать с ним надо? Мужики. Так, она не трогает тут никого. Ой. Накима, она нас еще прикол сейчас в измерение свое затянет. Она может. А команду мог нельзя просто выстрелом убить? Я ударил командный блок. Сейчас, команда Кио убил. Дать, куда он полетел? И сушитель симбиот заспавнился. Вот он у меня. Тихо, я его гашу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он прыгает. Две Накимы, блядь. Еще одна Накимы? Да. И вот этот... Он специально ее спавнит? Блядь, она меня тэпает. Симбиот убил? Да, ну да. Он перед, по-моему, ты перелетел. Я ударил его. Хорош. Там КД что ли тебя когда-то ударяешь, что ли, чё? Да, там стадии нужно прожить. Во, голова его ожила. Нам сейчас голову нет. Надо убивать. По командному блоку хватать? Ну, сейчас я... Оп. Да, я ударил. Нет. Все, я убил его. Че, это все, что ли, слабачок? Куда он лезет, это животное просто? Я надеюсь, это все. Давайте, когда он убирает. А, я это не запечатлю нормально. Не, нормально, запечатлил. Фух. И че? Не знаю. Где-то там очень звезда должна быть, наверное. А как мы ее найдем? Ну что же, друзья, вот и видеоролик подходит к концу. Вот что после себя оставил этот Визершторм. Мы убивали его миллион лет, потому что мы идиоты, полные идиоты. Причем играли с этим модом первый раз и лучше бы не играли. Я никогда не хочу повторять с этим модом играть. Вот не заставляйте. Если только вдруг наберете прям миллионы лайков, тогда возможно еще заснимем, но это не точно. Вот и ролик подошел к концу. Как вам такой формат ролика? Понравилось ли вам легендарное возвращение в клинок, рассекающий демонов? Кстати, вроде уже третий сезон скоро выходит по клинку. И ближе к третьему сезону будет и много видео по клинку на моем канале. Поэтому прожмите лайкусик под этот ролик обязательно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие крутейшие видео и крутейшие форматы на моем канале по клинку, рассекающий демонов, конечно же, в Майнкрафте. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И я буду создавать для вас лучший контент, который вы действительно заслуживаете. Друзья, ролик мы записывали ну реально долго. И монтировал я примерно 5 часов записи. Было очень сложно, но все ради вас. Ну что же, друзья, пора прощаться. Всем счастья, добра и всем пока-пока. До следующего ролика. Пока-пока.